Всем привет! Сегодня мы прогуляемся по магазину АТБ, посмотрим, что же изменилось. Прошел месяц карантина, сегодня 21 апреля 2020 год. Продукты все в пакетах. Вода в наличии есть. Мука подорожала, была она 20 гривен до 20 гривен. Сейчас мука 20 центов. Сахар стоит 14,60. Пользуется спросом Мивина, потому что акция 3,60 стоит. Так, о, круто. Кока-кола 112,90. Индивидуально упакованных мити круассанах с кремовым начинками какао або ваниль на ваш выбор. Все круассаны 7 Days можно служить в тело, або прибрать до домашнего стола. 7 Days.
Вай, що влізло більше. І ще більше смачної ковбаси до пюрешки торгової марки «М'ясна лавка». Готуй смачну пюрешку, купуй ковбасу до пюрешки «М'ясної лавки». Разом смачніше. Thank you.
високу якість та свіжість усіх продуктів. Якщо ви раптово виявите товар з вичерпаних тарифів придатності, Thank you.